Меня зовут Винограда Виктор. Я владелец продакшн-компании. Мой первый день на Майдане был после легендарного избиения Беркутом студентов. После этого мы проводили там очень много времени. Я думаю, изменился уровень, условно, самосознания каждого. Да? Ну, имеется в виду индивидуальность украинца как такового. Ну, возьмем вот среднего, меня, например. Да? Уровень свободы, уровень понимания какого-то вещей кругом себя. Назовем это вот не быдло, да? Не масса серая. Я знал людей, которые до Майдана и после Майдана, ну, они были абсолютно другими, чем во время. Это были условно сухие, черствые, циничные, замкнутые в себе люди, которые после этих событий начали таскать на Майдан килограммами еду, деньги, одежду, медикаменты и все остальное. К сожалению, сейчас я наблюдаю, что через время, из-за общих событий в стране в том числе, это начинает понемножку уходить. Процент разочарования также растет.